Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята. Ну все, думали, я что-то еще скажу. Что за хрень у меня на карте происходит? Подождите секунду. Серьезно, это я один? Ладно. Надо быть спокойным, спокойным. Главное быть спокойным. Подождите. Охренеть, мне как сейчас зомби заорал. Это пипец просто. Не-не, тогда было не слышно, так что пускай нормально стоит. Хотя погодите, нахрена нам вообще музыка. Так. Ладно, вы сами видите то, что там была свинья Херобрин на карте. Да, вы совершенно правы, ребята, я установил мод на Херобрина. Также без вас я тут скопал вот эту фигню. Погодите, на нормальном же, да, нет, на нормальном будем играть. Да, скопал тут это, сделал алмазную кирку, ну, благодаря вот этих алмазов, которые я тут в прошлой серии скопал. Кто не видел, может посмотреть. Да. Также поставил дом, сложил все вещи. Да, у меня их намного было больше. Сейчас телепортируемся домой. Вот домой. Это просто у меня брюки, да, обычные коровы с белыми глазами, как у Херобрина, который, черт побери, я еще не стоял даже в устатуме. Да, мне хана. Да, главное, чтобы у меня ничего не пропало. Кстати, ребята, когда у меня будет, ну, когда уже все. Помните, где тут звуки? Ладно, не буду искать их вообще. Когда у нас, короче, будет, ну, это, все уже как бы конец сезона, все такое, я поставлю памятник Херобрина, вот просто обязательно, даже спущусь в ад, или что там надо, да, в ад, возьму этот долбанный песок душ, поставлю его и включу на хардкор. И пока я не сдохну, у нас будет продолжаться сезон. И каждый сезон у нас будет так кончаться. Я всегда просто буду брать во всех своих сборках, брать, просто ставить мод на Херобрина или на того же Слендера. В конце будем делать хардкор и будет полный капец. Да. Это все буду, конечно, перед вами все это делать, чтобы вы мне верили, то что типа я не читер. Погодите, это что за колодец? Это нормально. Нет, это нормально. Я надеюсь, это нормально. Нету Херобрина. Просто обычные коровы. Чё заспаунились? Обычные коровы. Что тут может быть обычного, а? Обычные коровы. Так, все. Взял. Кстати, я абсолютно бессмысленно поставил на вот этот вот мод. Вот этот вот именно. Потому что
Там есть перчатка, которая крадет у жителей его ихние ресурсы, ну, которые они продают там. Ну, кто знает, тот знает. Я вообще просто так бессмысленно поставил из-за того, что когда я установил мод на Херобрина, он изменил полностью всех жителей. Потому что у них белые глаза, и когда я к ним подхожу, они на меня агрятся, да. Просто бессмысленно было. И сегодня мы попытаемся, наверное, не знаю, или может в следующей серии, я без понятия, построить дом. Хотя нет, следующий. Потому что сейчас мы спустимся с вами в пещерку, которую я нашел. Вот она. Да, вот она. Я тут маленечко просто без записи поиграл, без видео. Решился найти вот такую пещеру. Также установить этот чертов мод на Херобрина, который я просто ненавижу. Ненавижу такие страшные типа игры там. Не знаю, Слендера. Слендера меня вообще никогда не заставляйте играть. Я нахрен возьму, брошу мышку об стену. Забью, что такое вообще компьютер. И забуду на него. Забуду его вообще навсегда. Ты что, охренел? Ты не охренел? Я не посмотрел на тебя. Мне и так сейчас жопа будет. Я думал, что я его убью. Все нормально будет. Тихо, тихо. Регенься, 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 давай. Надо бы, кстати, текстур пагуба поставить. Да ладно, потом в следующей серии насчет этого подумаю. Да, хотя надо было поставить. Исчезни нахера. Прошу, исчезни. Меня тут нету. Меня нету тут. Превращайся в кого-нибудь другого, пожалуйста. Все нормально. Ёлы-палы, я чуть ли в него опять не посмотрел. Да, мне конкретно не везет, наверное. Или это еще нормально? Да ёлы-палы. Опять каньон. Охренеть. Че, грибы светятся? Действительно, грибы светятся? Давай, взрывайся. Улетел. А, нет, это мой каньон или нет? Пауза. Так, ребята, мы продолжаем. Так, походу придется уже скоро заканчивать, да. Хотя погодите, какой заканчивать, да. 9 минут каких-то снимаю. Хотя, чем меньше, тем лучше, мне кажется, потому что. Ну, я не знаю, мне всегда казалось, чем меньше серий, тем лучший результат. Блин, сморозил такую фигню. Ну ладно. Блин, алмазики, алмазики. Хочу алмазики. Хочу, чтобы у вас вообще до хрена было. Хотя нет, если бы у вас до хрена было, тогда бы не было. Не было бы вообще бы интерес играть. Ладно.
скатился такой. Типа никто не видел. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что такие ребята? Злые-то сегодня. Тихо, я ж пошутил, чувак, ты чего такой злой-то? Ну давай, давай, достань меня, давай, достань. Чё, летать научился, да? Борзый слишком стал. Слышь, ты на кого бочку катишь, а? Ну давай, чё ты, давай, подходи. Слышь, я сейчас черепашек-ниндзя позову, они тебя как и греют. Чё ты, давай, давай, иди сюда. Ну чё, где твоя братва-то, а? На тебе. Ой-ой. Понятно, как надо. Да, я крут. Так, ладно, у меня практически все жизни отрегенились. А тут день. О, крипер, упади, упади, упади. Упади. Не-не-не. Ты именно туда падай. Урод еще больше пещеры сделал. О, кстати, мы рядом с домом. Нифига получается, какая большая-то там пещерка. Там две пещеры вместе. Офигеть. Ну знаете, в этом есть и плюс на самом деле, ребята. Я не понял. Из них еда не вываливается. Нет, в этом нету плюса никакого. Если бы вываливалась еда, хоть малейшей. Хоть даже один стейк бы. Был бы хоть какой-то плюс. А так это просто бессмысленно их убивать пачками. Ладно, ребята. Если вы тут впервые, можете подписаться на мой канал. Поставить лайки. И с вами был Майнкрафт. И Лёша. И... Ну все. Думали, я что-то большего. Больше сейчас там вам буду прогонять. Нетушки. Сегодня я просто скажу вам пока. И подписывайтесь. Все.